На Урале могут появиться почтовые беспилотники. Уральский завод гражданской авиации разрабатывает коммерческий проект по доставке почтовых отправлений с помощью дронов. Предполагается, что устройства смогут перевозить грузы до 20 килограммов, преодолевать около 1200 километров и летать по 8 часов. Для дронов разработают схему регулярных перелетов. Каждый оснастят спасательной парашютной системой. $243 миллиона выделят из городского бюджета на благоустройство екатеринбургских дворов. На эти средства облагородят 35 объектов. Субсидии из бюджета города получат 19 управляющих компаний. В минимальном перечне работ – ремонт проездов, установка освещения дворовой территории, а также скамеек и урн. По желанию жителей в каждом дворе будут добавлены дополнительные элементы благоустройства, зоны рекреации, новые парковочные места, детские и спортивные площадки. Подготовку к празднованию на Урале 75-летия Победы обсудили на заседании оргкомитета. Совещание провел вице-губернатор Сергей Бедонько. На встрече присутствовали общественники и активисты ОНФ. Вице-губернатор подчеркнул, что в Свердловской области все мероприятия, приуроченные к Году памяти и славы, должны пройти на высоком организационном уровне. Каждый год важен, но все-таки памятные даты, такие юбилейные, они всегда проходят с более таким выраженным уклоном с точки зрения их значимости, их организации. Поэтому, конечно бы, нам хотелось, чтобы у нас на территории Свердловской области, в Екатеринбурге, те мероприятия, которые запланированы, прошли на максимально высоком организационном уровне.